Всем доброго времени суток, с вами канал Art Mania, и сегодня у нас видеообзор на вот такую вот пиццу от бренда Просто, пицца с колбасой, масса 300 грамм, покупала в Перекрестке, стоит 50 рублей. Смотрите, она такая довольно большая. Да, сейчас мы, кстати, ее еще померим с вами. Как раз у меня тут есть линейка. Она у нас 22 сантиметра, то есть довольно большая, да, в диаметре. Вот здесь у меня с колбасой есть ассорти еще. Давайте посмотрим состав. Состав довольно здесь, смотрю я, большой. Е-добавки 1, 2, 3, 4... 5 Е добавок. Ну, как бы да, это не очень хорошо. Также килокалории 220 на 100 грамм. И давайте ее распакуем и посмотрим. Да, также хочу сказать, я хотела купить другую ассорти, но выяснилось то, что у нее упаковка порвалась, когда я ее взяла снизу. Вот тут вот была упаковка порватая. Как бы почувствовал, что она не гладкая. То есть обязательно смотрите, чтобы упаковка была целая. Потому что мало ли где она там еще валялась. Кстати, она немножко уже трескается. Вот, но она у меня уже разморозилась. Да, кстати, приготовление. Здесь вот оно написано. В разогретую духовку поставить на 5-7 минут. Сейчас мы ее с вами откроем. Кстати, очень ароматно пахнет она. Да, она очень ароматно пахнет. Хотя, честно говоря, на вид вот тут колбаса, как-то вот тут еще она розовенькая немножко. Тут она уже какая-то белая, может быть, даже эта пицца уже давным-давно заморожена. Хотя тут дата изготовления 27.12, но я думаю, что срок годности у нее, она, то есть в морозилке лежала, наверное, довольно долго. Даже не знаю, где тут смотреть. Много-много-много всего. Ладно, потом я посмотрю. А сейчас давайте пойдем ее и положим в духовку. И будем потом с вами пробовать. Я, наверное, буду класть ее минут на 7. Я так думаю, что тут уж тесто, наверное, мне кажется, сырое, чтобы уж все пропеклось. Ну вот, посмотрите, какая пицца получилась. Немножечко тут поджарилась. Продержала ее в разогретой духовке 7 минут. Мягенькая вот тут вот. Давайте я ее поближе поднесу. Так, что-то не фокусирует, что ли. Немножко плоховато фокусирует. Ну да ладно. Давайте попробуем ее разрежем. Ну вот оно, в принципе, здесь тесто. Целых миллиметров так 5-6, как минимум. Мягенькая. Давайте я его попробую. Вернее, пицца она моя, ее суховатая, но довольно вкусная такая, прям действительно вкус, как будто пицца. То есть не просто там чего-то, но я больше люблю пиццу на тонком тесте. Здесь довольно все-таки оно толстоватое. Получается больше, знаете, как будто вы хлеб срезали, да, там кругленький такой оставили, там... сантиметр, там миллиметров 6-7, да, и сверху положили томатную пасту, там сыр, колбаску туда-сюда, отправили немножко в духовку, там, чтобы она немножечко так сыр расплавилась, как бы, и все, получается такая вот пицца. Пицца на толстом тесте. То есть самая обыкновенная, самая стандартная. Ну да, вкусная. То есть получается сочетание
сочетание продуктов как бы подходит друг дружке. Ну, тоже такое обычное, стандартное. Ну, довольно вкусное. То есть, ну, в принципе, допустим, если вы с работы бежите, уставшие, да, можете, вполне ее можно купить. 50 рублей, это не так, ну, это дешево. Закинули в духовку за это время, там, за эти 7 минут, быстренько разделись, помыли руки, сели, и вот она готова. Там чуть-чуть остыла, и вы ее кушаете. Вполне себе нормальная, обыкновенная пицца, но состав большой, да, мы с вами посмотрели, состав довольно большой. Ну и, конечно, тут колбаска какая-то не очень красивая. Так, это у нас с вами была пицца из Перекрестка. Еще существует такая же пицца в Пятерочке, я видела. А попозже немножечко будем пробовать ее. Посмотрим, что же у нас там. А чем отличается состав и по вкусу. Какая же она там. Хотя, мне кажется, наверное, почти одинаковая будет. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Mania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. Свои отзывы оставляйте их в YouTube обязательно. Также смотрите другие обзоры. Обзоры на продукты из других магазинов. Из фикс-прайса. Вот, из Победы. Светофоры магазина. Вот. Также смотрите наши влоги, как мы с сыночком живем, отдыхаем, развиваемся, как путешествуем с мужем. И там на канале у меня очень-очень-очень много всего. Посмотрите обязательно, подписывайтесь. Мне будет очень приятно, если вы подпишетесь. И всем пока-пока. Также забыла сказать. Давайте наберем с вами 15 лайков. Всего 15 лайков. И я сделаю домашнюю пиццу вместе с вами. На тонком тесте и очень-очень бесподобно вкусную. Если наберете 15 лайков. Всем пока-пока. С вами был канал Art Mania.